Знаете ли вы свой пульс и что означают его показатели? Многие считают, что пульс – это частота ударов сердца. На самом деле пульсируют стенки кровеносных сосудов из-за работы сердечной мышцы. Точек, где можно прощупать эти толчки, несколько. Но обычно пульс определяют у основания кисти, над лучевой костью. Как правило, удары считают в течение 10 секунд, умножают на 6. Но иногда частота меняется, поэтому лучше мониторить минуту. Норма от 60 до 80, однако в зависимости от возраста, пола и даже роста границы колеблются. Например, у высоких людей цифры могут быть меньше, а у низких наоборот. Частый пульс называют тахикардией, редкий – брадикардией. Нарушения говорят о сердечных проблемах, эндокринных, нервных заболеваниях и даже онкологии. Поэтому, если что, визит к врачу не откладывайте. Кстати, скачок пульса после нагрузки – отдельная цифра. Ее считают по формуле 220 минус количество полных лет человека. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!